Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Эй, всем привет, друзья, меня зовут Андрей, это канал Александр Смит в исполнении Месси Смит Плей. Продолжаем играть, где все мысли только в гонках. Когда я выхожу на трассу, я думаю только об этом. Я думаю только о гонках, о том, как победить. У меня три кубка, друзья, у меня три кубка. Естественно, когда я захожу в Тракманию, я не только думаю о гонках, все мои мысли не только в гонках, потому что если у меня были бы мысли бы только в гонках, я был бы здесь просто нереальным бы чемпионом. Но все равно я отвлекаюсь на запись, я отвлекаюсь, соответственно, друзья, на вас, я отвлекаюсь на все. Ты поставь лайк, ты поставь лайкос, а мы начнем, соответственно. Мы в прошлой серии с вами закончили экстрим, и совсем мы классно проехали, но, по крайней мере, мы с вами смогли сделать золото, и сейчас мы открыли с вами гонки. У нас тут кубок на третьей трассе, мы сейчас заходим в безумие красиво вот так вот, и опачки, и поехали. И опачки, и поехали. Да, друзья, если ты на трассе, ты должен думать только о том, чтобы уничтожить всех. Ты должен думать об этом. Только об этом мысль. Если мысль начинает думаться о другом, о том, как если я закончу не так, о том, как если я закончу почему-то не вот так вот. Вот я сегодня, друзья, сегодня я играл, да, я играл сегодня в FK24, FIFA Football Ultimate Team. И, друзья, я сегодня что-то из 10 матчей я выиграл всего 2. Прикиньте, 2 матча всего выиграл из 10. Ну, я либо 10 сыграл, либо поменьше. Ну, там, по-моему, либо 8 было, либо не 8. Не мог никак выиграть, друзья. Вот только начиная FK24 играть, строить команду. Вот скоро, вот, друзья, после Track Money Sunrise Stream, друзья, выйдет EA Sport FK24 футбол, где я тоже нереальный мастер, еще тот, друзья. Видите, как я проехал первый раз хорошо. Я даже не могу догнать себя, собственно. Собственно, себя. Это как бой с тенью, друзья. Бой с тенью. Ты подходишь к зеркалу, и ты борешься с самим собой. Это очень важно, кстати говоря. Очень, кстати говоря, помогает. Очень, кстати говоря, помогает, мне кажется, не только мне. Я затек время, друзья, эти 30 минут. Насладись, садись и смотри внимательно. Это лучшее исполнение. Это одно гоночное звание как гонщик. Это одно чемпионское звание как гонщик. Я думаю, к этому, естественно, склоняюсь в любых аспектах данной поставленной нам игры. Это безумие, друзья. Мы уже проходим третье безумие. И довольно это весело. Хоть и ты едешь одно и то же, но, как говорится, повторяешь раз за разом в надежде что-то другое увидеть. Но вот тебе такое безумие. Можно что-то другое увидеть. Можно увидеть, допустим, поражение. Если я сейчас лоханусь. Я постараюсь, естественно, доезжать до конца, потому что 25 секунд, в принципе, это еще достаточно много. У нас еще 2 секунды в запасе есть, поэтому, соответственно, пока не страшно. Бронза у нас уже в кармане. У нас бронза в кармане. И 13-я серия. Нам подъехала 13-я, уже 13-я серия, если что, вот так вот быстро идем. Уже, кстати говоря, много мы всего здесь показали вам с 13 серии по 30 минут, мне кажется, достаточно, даже я бы сказал, больше, чем я думал. Почему нет? Мне кажется, вполне себе даже, да. Я стараюсь, конечно, мыслями оставаться на трассе, потому что если ты, я уже говорил, да, если ты начинаешь думать о чем-то другом. Вот я, походу, сегодня в футбол, когда играл, да, сегодня почти целый день, я сегодня на него потратил часа 3, наверное, не достиг поставленной цели. Я даже не знаю, буду ли я еще продолжать это делать. Там нужно выиграть просто еще по матчу, чтобы, соответственно, было все лучше, чем изначально мне предлагает игра. Я не знаю. Походу, я, может, мыслями где-то в другом еще летаю, поэтому не могу сконцентрироваться полностью и выиграть то, что надо. То, что предлагает, то, что надо выиграть. Вот здесь я, в принципе, легко выиграю, потому что, друзья, ну это опыт с детства. Таки играл в игру, конечно же, уже порядка больше 10 лет я знаю эту игру, поэтому, соответственно, мне дается эта игра очень легко. Плюс экран 3800, да, на 2160, 3840, да. При 144 Гц это, конечно, все удается намного легче, чем изначально мы бы играли на старых ПК, на старых компьютерах, да. Ну а что, совершенствуется все, не только, соответственно, игры, но и весь процесс всего происходящего. Даже машины раньше были такие, да, допустим, были сильные. Мы офигевали от каких-то там лошадиных сил. И сейчас какие машины, соответственно, делают ракеты. Просто ракеты, как Криштиану Роналду. Ракета, соответственно, который, соответственно. Ладненько, спокойненько, аккуратненько.
Красиво играет очередная наша любимая всеми музыка. Красиво тут у нас погодка, прекрасная погодка. Кстати, ждем мы лето очередное. Когда эта игра появляется на канале, мы ждем лето, жаркое. Это такое вот, где было 36,6, где мы просто... Да какие 36,6? 36,6 это градусы. Хорошо, когда 36,6 у тебя температура. Это самая такая, прямо лучшая температура. У нас была 37,1, по-моему, или сколько у нас, я даже показывал. У нас была 37,2, вот такая вот температура тепла у нас была этим летом. Лето было, это очень жарко, поэтому именно в этом году стартовала трек Mania Sunrise Extreme. Про, конечно, вы ее очень плохо смотрите, мне даже как бы не нравится, как вы ее смотрите, особо вообще ее не смотрите, но как бы... Я ее все равно записываю и буду записывать. 1.18.88, кстати, красиво. Но по данным таймингу, по всему времени, нам, естественно, еще остается проехать буквально, ну, сколько, 40 секунд, да, 18 плюс 18, почти 40 будет, и мне кажется, нам вполне этого хватит. Кстати говоря, смотрите, это лучший круг, если что. Вышел на лучший круг, рекорд 20, сколько, 21.33, красиво. 57, друзья, смотрите, какие цифры красивые сегодня, какие цифры красивые, и одно чемпионское звание. 900 сколько, 900 миллионов должно быть просмотров, 250 миль в час, и, соответственно, за 20 пройденных гонок, как было сказано в фильме «Гонщик» с Сильвестром Сталлоне, и одно чемпионское звание «Гонщик», друзья. Я поехал на рекорд еще, да, нет? На рекорд я не поехал, но, по крайней мере, друзья, я хорошенько-то отъехал. 36-26, золотая медаль, великолепно, продолжаем все на старт-выход. В общем, мы проехали с вами, друзья, очередной безумный кубок. Можем посмотреть еще этот кубок, но тогда придется нам пройти еще гонки. И это уже, друзья, вот эти пойдут гонки. Это что у нас, Феррари? В смысле, это быстрая тачка. Ну, в принципе, конечно, можно ее заюзать, но я даже не знаю, стоит ли это, надо ли это, зачем ли это. Платформу, смотри, вообще что-то не ездим. Кстати, платформы что-то вообще не ездил. Может вам показать платформы или уже начать с другой серии платформы. Давайте, друзья, реально проедем тогда кубок и еще поедем на безумие. В принципе, давайте сегодня-то с безумием разберемся, как вариант, как альтернатива. Пока к нам, в принципе, никто не лезет, кроме Джейсона Стэтхэма. Он появился внезапно, да, в 11 серии. Ворвался Джейсон Стэтхэм на своей Aston Martin. Ворвался, да, красиво приехал. И, соответственно, друзья, пока его и нет. Но мы, естественно, побивать рекорд его не будем, друзья. Рекорд, мне кажется, друзья, просто, ну все, намертво поставлен. Его 47.76, или сколько там он проехал. В общем, это очень много. Это очень немного, это очень быстро. С точки зрения Супермена, мне кажется, потому что такой рекорд обогнать, ну, по крайней мере, сейчас, в данный момент, я не способен, наверное, выжать максимум из себя. Мы понимаем, что мы можем выжать максимум из машины, и мы выжимаем максимум из машины, потому что я способен на это. Я способен на это, я спокойно. Я сейчас еду направо, так красиво. Опа. У нас сейчас демонстрируются гонки. Там кубок мы проедем, и безумие мы проедем тоже. Почему? Безумие проедем, и будет все прекрасно, будет хорошенечко все будет. Какой-то странный день, мне кажется, не знаю. Вот такой день. Бля, спокойно. Сейчас еще не хватало нам проебать этот момент. Это будет такой себя. Надеюсь, мы сейчас с первого раза проедем все эти гонки. У нас не будет никаких проблем. Мы спокойненько поедем на безумие или что-нибудь еще красивенько замутим в конце этой 13-й опасной серии. Хорошо, что сегодня не 15-я, точнее, сегодня не пятница 13-я. Сегодня просто у нас 13-й и обычный день недели. Будни, но, по крайней мере, не пятница. Постараюсь я выжать максимум из машины, прям полностью выжимать из нее, потому что нужно вообще выжимать из машины невозможно. Если ты выжимаешь из машины невозможно, это уже что-то есть. Это уже что-то значит. Это уже какие-то чемпионские у тебя есть корни, чемпионские у тебя есть звания, если ты выжимаешь из машины невозможно. Выжать все масло. Кстати, побил рекорд, если что. Просто я не знаю, я легендарный просто. Рекорд бью, как бы, знаешь... Просто пришел, просто сел, просто побил рекорд. Такое ощущение, как будто для меня рекорд побить, это просто вот каждый раз я буду проезжать эту трассу, и с каждым разом я буду проходить ее лучше. Такое ощущение, что это так. Прям реально. Красивый закат, закат, красивый закат. Очень красивый. Опа, как у нас тут все замечательно. Я не рискую, естественно, друзья, я мог бы наверх там поехать или еще куда-то, друзья. Я все-таки еду гонку.
все-таки еду, друзья, чемпионскую гонку. Здесь ошибаться нельзя, права на ошибку здесь нету. Если ты проигрываешь, то до свидания. Очень красивый, друзья, вид, соответственно, друзья, там. Прекрасный закат, рассвет. Кому что больше нравится, закат или рассвет. Ну, собственно, как-то это прикольно изначально всегда было, да. Опа, аккуратно, спокойно. Опа, где я? Ну, тогда его сейчас херово, если честно. Я мог бы рекорд побить бы, а я просто врезался, как это, соответственно, друзья. Ну, ладно. Спокойно, друзья. Нужно быть там, где ты есть. Надо оставаться на той вершине, где ты, соответственно, остаешься. То есть нет такого понятия, как, соответственно, друзья, нет страха. Нет страха. Нет страха перед поражением, нет страха ничего. Да, мы понимаем, что страха нету, а есть что? Есть скорость. Есть скорость нереальная поставленная. Нереальная поставленная скорость. Спокойно. Пока что золото меня хочет обойти. Серьезно, 3 минуты. В этот раз, кстати, с вами ездили, уже и не раз мы с вами ее ездили, даже побивали рекорд. Хотели побить, по-моему, рекорд на разработчика или, по-моему, на золото мы здесь не можем пройти или что. Но что такое у нас здесь было, мы, по-моему, несколько раз уже переезжали этот раз. Давайте попробуем в этой трассе уже наконец-то установить этот мини-рекорд. Либо золотой, либо... на разработчика, я точно не помню, что у нас тут точно есть. Но пока мне что-то не нравится, что, соответственно, друзья, меня золотая что-то обходит. Может быть, действительно, это золотая же едет, это же не разработчик едет, это золотой, походу, едет. Мы понимаем, что сейчас меня она обходит. То есть я в какой кубок проигрываю, если что. Я кубок проигрываю, поэтому нужно поднажать. А как нужно поднажать? Нужно как-то поднажать. Допустим, она маленько тут, опа, она здесь, кстати говоря, маленько фейлится. Ну, я тоже не особо замечательно здесь приезжаю, спокойно. Аккуратно, вот так вот. Пока мы, в принципе, с ней маневрируем, нормально. Я вот так направо, и она тоже направо, все нормально, все быстро. Все быстро, движение здесь вообще моментальное. А, ну, кстати, я здесь маленько надо ей тут фикситься. Маленько тут фикс ей нужно поставить, чтобы она там не фиксилась. Нужно ее, опа, можно ее починить маленечко, да, исправить. Нужно какие-то корректировки внести, потому что она там ошибается. Она ошибается, а я нет. Я, естественно, все-таки не какая-то программа, я все-таки человек. И она программа, она все-таки робот, видит, поэтому, да. Голограмма какая-то ходячая. В общем, окей, спокойно. Я пока еду нормально, у меня 2 секунды в запасе. Я пока... Хорошо, у нас еще будет третий круг впереди. Но мы, думаю, справимся с этим. Напряженно, кстати говоря, сижу, если что-то там напряженно сел. Ну, а как? Гонки нельзя вот так вот просто. Это все-таки кубок. И здесь, если ты ошибешься, то... Ну, как бы, такой себе будет. Потому что, ну, зачем? Зачем ошибаться? Зачем надо... Надо не ошибаться. Нужно вообще рекорды пробивать. Вообще будет прекрасно. Но, интересно, здесь опять будет... врезаться в каждый угол голограммы этого ходячего, который едет со мной. Я просто точно не знаю, но мне кажется, друзья, она будет врезаться, потому что у нее запрограммировано именно так ехать этот круг. Все 3 круга она, походу, врезается. Но я не знаю, у нас 40 секунд осталось до рекорда, попьем ли мы рекорд сейчас, прямо сейчас. Я, в принципе, конечно, не настроен на рекорд, я настроен просто выиграть кубок. Настроен просто выиграть кубок, чтобы показать вам еще одно безумие. У нас время идет, но ограниченное, поэтому, соответственно, 20. Хорошо. Вот так. Вообще прекрасно. Замечательно. Здесь можно лохануться, да. Здесь можно, да, можно врезаться. Хотя, кстати говоря, я здесь не очень хорошо проезжаю. Вот именно вот этот момент, мне кажется, очень плохой на этой всей поставленной гонке. Тяжелая трасса, 3 минуты, конечно, такое напряжение глаз и напряжение всего. Маленько ты теряешь уровень, теряешь момент. Тут можно как бы это... Ну, я на рекорд иду, нет? 2.55. Давай, маленько на рекорд. Я говорю, я хорошо очень проехал, 3.06.46, и, если честно, даже я не смог побить рекорд. Окей, друзья, думаем только о гонках, потому что я уже говорил, друзья, если ты начнешь думать о чем-то другом, я соперники просто уничтожу, они тебя сокрушат, они не оставят от тебя ничего. Ты будешь просто повержен! Секунд. О чем я начал думать, друзья? О чем я стал думать? Я не знаю, о чем я стал думать, друзья. Я потерял концентрацию. Ну, как так? Ё-моё, мы безумие не увидим, сами, друзья. Ну, фак. 6 секунд, это уже нереально, друзья. Все. Там переехать нельзя. Все, тут нет права на ошибку. Если ты проигрываешь трассу, все. Я просто, друзья, отпустил. Я убрал руль. Я убрал руки с руля. Я нажал на газ, на тормоз. На, блядь. Здец.
Я вам говорил, друзья, все мысли должны быть о трассе, сконцентрированы на трассе ты должен. У меня даже тут мировой рекорд разработчика стоит, а я, блин, на этой трассе лоханулся. Вот надо же было. Как можно было на этой трассе так лохануться? Дела, мы серебряный не можем поехать, потому что нужен только золотой. А не, можно любой, кстати. Да, можно любой, можно и серебряный. Но серебряный такой себе. Чем нам серебряный, когда мы можем спокойно выбрать золотой? Надо было просто там, мне не надо было убирать руки с руля. Я просто взял, отпустил почему-то. Не знаю, почему я отпустил, я не знаю. Сегодня такой день, я сегодня тоже... Ну, я сегодня, друзья, проигрываю во всех движениях. Уже 11 октября, если что, записываю. Записывают о себе 11 октября, я не могу сегодня хорошо играть, что сегодня 11 число. Я только сейчас вспомнил, что уже 11 число, ну, конечно же, я буду проигрывать. 11 число так должно быть всегда. Это логично, это просто логично, логичнее быть не может. Куда поехал? Брат. Пойти еще раз попробуем, а что нам делать? Что нам сейчас остается, как только еще пробовать? Хорошо. Спокойно. Но это та легкая трасса, и вторая легкая трасса, даже третья легкая трасса, четвертая легкая трасса, ну просто не получилось. Просто не получилось. Такие гонки, друзья, здесь не так все легко. Это так кажется, вроде бы, да, здесь ничего сложного нету. Ну нет, друзья, эта игра настроена и простроена, и она знает каждое движение и как можно проиграть в этой игре. Игра заранее понимает, где ты можешь проиграть. Потому что, мне кажется, трассы расположены именно так, как ты можешь в них проиграть. Мне кажется, четвертая трасса какая-то самая такая наглая. Да и это, кстати говоря, тоже трасса наглая. Возможно, тоже лоханулся. Я тысячу раз переезжал эту трассу. Но тоже были моменты, когда я эту трассу переезжал много раз. Ладно, еще раз посмотрим закат. Еще раз посмотрим красивый закат. Не смотрим закат с красивой девушкой, по крайней мере, посмотрим закат в этой игре. Потому что эта игра и построена на этих закатах. Аккуратно. Это мой первый закат, который я увидел в игре. Да, мой первый закат как раз я увидел в игре. Вот именно такой красивый. Аккуратно. Вот так вот. Будет еще меня обгонять спокойно. На самом деле говоря, мне прям дышит прям не в спину. Она мне прям в спину дышит, поэтому, соответственно, нужно как-то маленько поднажать. Fuck you, Smith. Вау! Вау! Ну это, конечно, было заманчиво. Это прям было, прям, я смотрю, ты прям можешь. Ты прям можешь. Ты прям умеешь. Прям умеешь. Прям знаешь, прям умеешь. Прям выжимаешь максимум из всего этого. Так, ну еще давайте раз, еще раз, что теперь поделать. У нас сейчас остается буквально 10 минут до конца этой серии. Ну, я надеюсь, что мы с вами проедем еще безумие. Что же пойдете, если я проиграл? Прикиньте, сейчас еще раз проиграю, вот будет смех. Вот будет смех, тогда я закончу эту серию, сейчас я проиграю. Потому что тогда эта серия будет называться «Я проиграл». Я проиграл. Я проиграл, я смех. Проиграть. Ну, сегодня я могу, друзья, сегодня... Друзья, ну мы не всегда можем быть всегда в форме. То есть я сегодня, походу, не в своей лучшей форме. То есть игры, это же тоже твоя небольшая форма. Сыграл он первый круг, хорошо держится, да? Тут голограмма прозрачная. Прозрачная эта голограмма, она хорошо, кстати говоря, держится. Первый круг, она на первый круг набирает минуту. Да, ну минуту 0.1, может быть, она набирает. Может, минуту даже. Может быть, даже и минуту она набирает. Первый круг, она хорошо едет, но потом она начинает уже фейлиться, начинает уже врезаться. Собирать, соответственно, всю пыль, грязь с этих самых, со стен. На трассе. В общем, короче, как она уже не так хорошо едет и демонстрирует себя. Так, я все, я мысленно на трассе. Я мысленно на трассе. Если я сейчас начну переключаться,
то, соответственно, друзья, я и мозг себе переключу, и начинаю опять думать о чем-то другом, и все, и меня соперник уничтожает. Я сам себя уничтожаю, я сам себе соперник, сам себе конкурент. Я сам себя уничтожаю, вот сейчас даже спокойно. Сейчас-то я легко еще, сейчас-то я могу, понятное дело, сейчас-то я уже проезжал эту трассу. Вот следующая трасса, она уже, возможно, даст мне опять напряжение того определения, что я мог проиграть опять. Я не мог, я проиграл, я же заново еду этот период опять. 2 минуты, в принципе, мы могли, конечно, бы и на рекорд бы сегодня замахнуться, но вряд ли, я уже не совсем хорошо все-таки еду. Какие-то секунды я, естественно, теряю. Не очень, конечно, мне нравится эта трасса, слишком длинная, она какая-то такая напряженная. Она вроде бы простая, естественно, но она напряженная, слишком длительная. Потому что уже начинает это... спина уже начинает маленько уставать. Напряжение не от того, что я сижу, а просто от напряжения, от того, что я как бы напряженно сейчас сижу. Я как могу маленько расслабиться, так. Я понимаю, что я выиграю. Я понимаю, что я выиграю, без проблем вообще просто. Просто на из. Идеально просто красиво. Просто... Perfect. Perfect. Вот опять. Я начинаю опять думать, что я да, что я могу. Но предвосхищение того, что я опа, начинаю фейлиться аккуратно, так спокойно. Это уже я прям хожу возле этого по тонкому льду. По тонкому льду я прям хожу. Прям по тончайшему тонкому льду. Друзья, внимание, момент. Важный момент, друзья, спокойно. Спокойно, аккуратно. Сейчас все только мысли о трассе. Я на трассе. Мысли только о гонке. Эй, Джаброни. Lego shut, you know you roll and shut your mouth, Jabroni. Lego shut, you know you roll and shut your mouth, Jabroni. Воу-в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 оу
Но, друзья, легенда, он как бы всегда легенда будет. Даже если он, друзья, маленько лоханется, но он знает, как исправить ситуацию. Он понимает, как наладить ту самую ситуацию. Да, я маленько херово проехал, но я, по крайней мере, выжил в этой гонке. Я смог дойти до последнего. Важнейшая трасса. Если не она, то до свидания. Если не она, то проиграли. Спокойно. Должны. Понимаем, что мы должны. Спокойно. Все мысли по трассе. Ну-ка давай. Сейчас начинаю, да, опять начинаю, сейчас я. Серьезно, так это нереальная трасса. Я не стал там прыгать. Я уже даже забыл, что там прыгать надо. Бля. Ё-моё, серьезно? Сколько серебро ехать? Джаброни! Тихо! Октября. Мне обычно не везет в эти дни. Буду теперь знать. Буду теперь знать, соответственно, одна. Когда ты выходишь на трассу, ты должен думать только о победе. Ты должен думать только о трассе и о гонках. И о гонке данной. Если ты думаешь о чем-то другом, тебя уничтожат. Либо они, либо ты сам себя. Вы сами все знаете. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте это видео и увидимся, друзья, как и на видео, так и на трансляциях и на этой игре, как Track Money Sunrise Extreme. Всем пока!